На Океанском проспекте 8 столкнулись две «Тойоты» – «Премио» и «Пробокс». Разбор полетов по ГИБДД, потому что у одного из водителей нет страховки. На месте происшествия работает наряд ДПС, выясняет все обстоятельства случившегося. Участники происшествия предоставили разные версии. По словам рулевого «Премио», во время перестроения из ряда в ряд его машину подрезал универсал Toyota Probox. Двигался по крайней правой полосе, перестраивался, да, в середину, ну и, соответственно, видите, подрезал, врезался в бок, в бочину. Ну, соответственно, помеха справа должен был уступить. Значит, ситуация неправда. Баранку пробокса крутил гражданин из Поднебесной. Несмотря на то, что русским языком плохо владеет, попытался предоставить свою версию аварии. Иностранец пояснил, двигался с площади в сторону улицы прапорщика Комарова, ехал вверх без изменения направления. Прямо? Прямо, да-да. Прямо. А вот эта машинка, как она? Эта машина, хочу налево. А, то есть она влево перестала? Да, это время один машина ездит, это машина занят. Хочу лампочка желтая налево, потом Кейлода там налево, я там влево ездит. Потом Кейлода упала, я потом еще ездит. Потом раньше я машина здесь и там дорога Была. В районе дома номер 8, расположенного на Океанском проспекте, премию отъезжал от парковочного места. Хотел протиснуться в полосу, по которой шел пробокс, но не вышло. В итоге седан мордой, преимущественно левой стороной, зацепил переднюю часть универсала, а также стер грязь с боковой части авто. Участники происшествия озадачили сотрудников ДПС. Пока полицейские определяли виновника аварии, иностранец вместе с группой поддержки, используя в качестве наглядного пособия мобильник, показал, как произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения, установленного на одном из зданий. Посмотрев кино, полицейские убедились, что иностранный гражданин не лукавит. Как итог, оштрафовали россиянина, водителя «Премио» за нарушение ПДД, а также за отсутствие полиса ОСАГО.